8 января 2020 года молодежный театр духовно-нравственного сюжета «Миргород» приглашает мальчишек, девчонок, родителей, бабушек, дедушек и всех друзей на рождественский спектакль «Рождество в стране царя Салтана». В программе хороводы вокруг елки, колядки, игры и, конечно же, сам спектакль. Подарки от Деда Мороза только детям до 14 лет, пришедшим на спектакль. Приходите сами, приводите родных и друзей, говорят организаторы.